Сегодня Ахтунг. Это супер неожиданно, но мы снова в галерее на Пушкинской. Сегодня здесь выставка Юрия Григорьева. Он, кстати, заслуженный художник России. Его работы хранятся не только в городах России, но также в Голландии, Франции. Но выставки – это не то, о чем нужно говорить. Выставки – это то, на что нужно смотреть. Что примечательно, людей здесь, персонажей, им, на картине, не очень много. Это буквально, вот, насколько поняла, были соседи художника. Вот. Но это настолько собирательный образ русского человека. За счет этого выставка становится такой очень патриотичной. Вот. То есть пропитанной любовью к своей земле и к своим людям. Название этой выставки – «Мотивы деревенской жизни». Вот их надо так и рассматривать. Это не какие-то сложные картины с какой-то идеей. Там. Вот полгода я там работаю в деревне, в основном наблюдаю, материал собираю, рисунки делаю. Там. А картины сами пишу уже в городе, в мастерской. Так что я все это ничего не придумано. Особенность всех картин в том, что краски горят, и обязательно хочется вернуться и посмотреть все снова, особенно в солнечном свете днем. Поэтому UTV рекомендует вам дойти до галереи на Пушкинской, посмотреть на все эти картины и наделать кучу крутых фотографий. Вам здесь обязательно понравится. Кстати, выставка продлится до 1 апреля.